Дьявол идет. You up to? Whoa! This has got to be some kind of a trap. Portal creators recalibrated the portal away from Earth and back to the alien homeworld. And the Russians were afraid of what might be on the other side. Из-за колебаний энергетической мощности
которую мы впервые наблюдали прошлой зимой, мы были не в состоянии пользоваться порталом. После несчастного случая мы решили подождать несколько недель и посмотреть, не стабилизируется ли портал. Этого не произошло. Более того, прошло уже много месяцев с тех пор, как мы могли отправить кого-нибудь через него. И вот вчера, когда я проверял это устройство, я стал свидетелем чего-то, что меня в одинаковой степени взволновало и ужаснуло. Сквозь мерцающий свет портала на какое-то короткое мгновение я увидел фантастический инопланетный мир с невероятными архитектурными сооружениями. Похоже, что строители портала перенастроили его на новую цель — их родную планету. Теперь нам лучше не стоит и пытаться путешествовать сквозь него. Thank you.
Martians didn't survive. Man, these skeletons are creeping me out. Thank you.
She saved me. But for what purpose? Those creatures are taking her shape. Wow, this must have been a spectacular forest. Thank you.